26 февраля подведены итоги 16-го международного фестиваля «Созвездие мастеров». Традиционно он проходит в Российской академии музыки имени Гнесиных. Здесь исполнители, а в их числе музыканты мирового уровня, проводят самый настоящий конкурс балалаек, домр, гуслей. То есть определяют лучшие инструменты, знакомятся с ведущими мастерами по их созданию, а также опытом этих специалистов. Фестиваль уникальный, поскольку больше нигде в мире просто нет подобных конкурсов, тем более проводимых на таком высочайшем уровне. Это 16-й фестиваль уже, 16 лет подряд мы проводим этот фестиваль. И есть результаты этой работы, потому что мы видим, насколько изменились уже инструменты, почему внешне они меняются быстрее, чем по звучанию. Звук меняется и в лучшую сторону. Многие мастера работают со звуком, с акустикой. Многие привлекают технические средства, такие серьезные. Приглашаются все ведущие мастера и ведущие исполнители. Здесь и Горбачев, и Данилов, и Зажигин, и, собственно, все. Конкурс инструментов проводится в 3 тура, и после каждого в концертном зале имени Гнесиных проходят выступления лучших исполнителей, проводятся мастер-классы и выставки.